Воскрес. Воистину воскрес. Вот, воистину воскрес. У вас такая книга есть дома, нет? Конечно, нет. Нету, да? Нет, есть книга. Есть? Вы ее считаете? Конечно. Вас что-то не видать, под глаза отрезает. Поменьше, вот так. Отложите. Вы же знаете, что это книга жизни. Она дает человеку направление только к Богу. И отвечать по ней надо, во свете Библии. Если у вас вопросы есть какие, вы можете выходить на наш YouTube, на Skype, можем поговорить. У нас большой видеоканал, называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Если вы можете зарядить себе, зайти. У нас там 15100 роликов. Да, мы строим деревню православную, где все верующие. А чем отличаются православные люди от пятидесятников? От чего? От пятидесятников. Ну, пятидесятники – это не церковь, во-первых. Это секта, секта, ересь. Церковь от Христа идет, он ее основал. А они возникли спустя 1800 лет. Что, Христос второй раз разве приходил? Это обман. Вот они говорят, пятидесятники, на разных языках. А какие языки? Никто не знает. Что говорят? Никто не знает. Написано, духи повинуются пророкам, а у них не повинуются. Если он начал гарготать, его не остановить, написано, нет толкователя, молчи, он не может. То есть все показывает, что это не от Бога. Ириней Леонский пишет, что в 3 веке уже об языках слышно не было. Церковь распространилась, и люди на всех языках уже разговаривали библейскими текстами. Я их пятидесятников очень хорошо знаю. Мое обращение было среди них. Я там впервые получил Евангелие. Хорошие люди, все, но они не церковь. Потому что... Почему так считаете? Как говорите? Почему так считаете, что они, типа, не церковь, там все дела? Чего у них не так вообще? Ну, я вам сейчас объяснил, вы пропустили мимо. Господь... Вот, Евангелие от Матфея, у вас, если есть, можете открыть, 16 глава, 18 стих. Господь говорит, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Вы в это верите? Ну. А когда он ее создал? 2019. Во второй главе Деяния апостолов и в 10. Язычники, евреи, иудеи, все, приняли церковь. У вас опять это ушли куда-то кверху, маленько пониже сделайте, вот. А Господь не сказал, что если в церкви будут какие-то ошибки, там, или как они говорят, то я второй раз буду создавать. Они могут создавать организации, называть церковью, но Господь не говорил, что Он будет создавать несколько раз. Это обман. Христос создал однажды ее, в день Пятидесятницы. И церковь, вот мы православные, первый век спроси, кто православный, мы можем назвать, кто канонизирован, во втором, третьем, пятом, десятом, кто так верил, как мы. А они никого не могут показать, потому что их не было. Тут легко понять, что их не было. Они образованы где-то в 19 веке были. Там Воронаев больше потрудился у них. А сейчас... И посудить, Библия-то одна и та же или нет? Библия-то одна и та же, да толкование разное, дорогой. Библия. Вот написано, врата ада не одолеют ее. Вот сидят пятидесятники. Я у них проповедь говорю. Я говорю, что такое врата ада? Ни один не может ответить. Ни в Москве, ни в Риге, нигде. Они не знают. У них нет благодати истолкования Писания. Совсем нету. И таких мест Писания... А? Секта получается, да? Секта. Секта, притом калечащая здоровье. У них психических заболеваний под 100% иногда подходит вся община. Они ничего не могут сделать. Это одержимость бесовская. Баптисты те трезво рассуждают. Тоже секта, тоже не церковь, но у них нормально разговаривают. Бывает, принимают Писание, сами хорошие проповеди говорят. А здесь нет этого ничего. Какой вопрос не возьми, он в руках расползается. Нет, но если судить... Бог-то один и тот же, вообще. Бог-то один и тот же. Написано, и бесы веруют, и трепещут. Он же один,
просто разные понятия. Да. Книга одна, вот книга одна. Вот она у нас книга. Вот видите как? У них тоже книга эта, но они из нее 11 книг выбросили. Кто же это позволил? Господь говорит, дороже неба и земли. Небо и земля предут, слова мои не предут. Ни одна йота черта. 11 книг выкинули. У нас 70, да. 77 книг, а у них 66. Цифра 66 уже настораживает. Ну да. И они берут православные, они не переводили. Вот они против православных, там иконы, вот иконы, идолы, иконы, идолы. У них даже понятия нет. Иконы, идолы — это разное. Идолы от Бога уводят, а икона приближает к Богу. Вот я их спрашиваю, скажите, давай, вот сейчас мы разыграем, вас как звать? Меня Павел. Павел, меня Игнатий Лапкин, город Барнаул, Алтайский край. Вот, только там не нажмите кнопку, чтобы нас не разъединило сразу, под рукой, чтобы не было ее. Да нету, на чистый да. Телефон. Вот мы беседуем с пятидесятниками. Я говорю, вы верите, что Христос вошел в храм и выгнал продающих и покупающих? Они говорят, так так написано. А он говорит, дом мой домом молитвы наречется, а вы его сделали домом торговли. Ну да. Давайте. Дом мой, он его признал своим? Признал. Ну куда денешься, когда он говорит, дом мой? Ну, не, по-другому, что тут толковать-то? Я говорю, а что это был за храм? Ну, Соломонов. Какой Соломонов-то? Соломонов был разрушен. Вторая книга Паралипоменон, 25 глава. Навуходоносор разломал море медное, все сосуды увел. У Даниила написано, что эти сосуды-то были в плену. Там они, когда кисть... Да как-то, да какой? Они не понимают Писания. Я говорю, второй храм был построен по возвращении из плена. Он называется Зарававелев. Иисус Ясидеков, сын, и Зарававель. Они построили второй храм. А пророк Агей говорит, не кажется ли вам, что этот храм очень мал по сравнению с прежним-то, ничтожным, как бы ничто? Им открываешь Писание, они смотрят. Скажите, вот храм, в который пришел Христос, кто построил? Они тогда уже одинаково говорят. Зарававель. Это второй храм был. А в третьем Антихрист сядет. Вот сейчас. Вот царят они его, и будет один царь над всей землей. Второй храм, как он выглядел-то? Там иконы были. Да какие иконы? Я говорю, давайте, вот сколько их там? 150 пятидесятников сидят, а я за кафедрой. Они слово дают. Ну, вы верите, что в храме иконы были? Да не было. Я говорю, открывайте. Иезекииле, 41 глава, 17 стих. Вы себе запишите. Книга пророка Иезекииле за Иеремией он идет. И написано. Ибо Бог сказал, и сделай изображение внутри и снаружи, от пола до потолка. Резные изображения. Слово изображение в переводе в оригинале икона. Икона. Икон. Тут ничего не надо толковать. Не сделай того, что на небе вверху. А это херувимы были. Они вверху. Кто позволил делать? И в Ветхом Завете это же было. Над ковчегом распростертые крыльями касались друг друга. 20 главу берут, не сделай изображение. А в 25 главе исхода написано «сделай». Вы еще считать не можете. Тогда поплыли. Все. Я говорю, как же так? Верите в Бога, а Богу, что Бог говорит, не верит. У вас капище языческое. Иконы, они показывают, есть небо, есть херувимы. Бог повелел, Бог сказал, сделай, как ты видел на горе. Моисею было показано, что ты видел, так и сделай. Это проект Бог дал. Они ничего не понимают. Я с ними 56 лет. Не два года, не... Я им открываю Писание. Писание? Вот они вот говорят, на разных языках. Я говорю, да там же написано, что языки знамения для неверующих. Ну вот, говорит, неверующий увидит, что мы... Да, не... Неверующий войдет и скажет, не беснуетесь ли вы. То есть они вас бесноватыми признают, что и есть в действительности. В общем, это получается типа секта, да? Да. Вы запишите на наш канал. Называется «Во свете Библии». Запишите. А надо было это, поглядеть, там языки. У вас записать, а есть карандаш? Да нет, я уже гляну сейчас. Языки. Во свете Библии, во свете, свет светит. Не, а какой там стих, глава была? Сейчас сначала запишите, как нас найти. Игнатий Лапкин, меня запишите, чтобы... Нет, я понял. Вот вы сейчас недавно. Иезекииле 41:17. Иезекииле 41, 41 глава, 17 стих. Иезекииля 41:17. Вот, что Христос заходил в храм,
и говорил: «Дом мой». А в этом доме были иконы снаружи и снутри, от пола до потолка. Они этот стихи перепрыгивают, и как будто их нету. Так же нельзя. Бог дал указание, описал храм, а вы хулите, богохульники. Священное изображение Богом повелено делать. Но там же не было людей, не было, потому что до Христа все шли в преисподние места. А теперь небо открыто. Ну Хри... вот, да, написано. Типа. Теперь Христос воскрес, Христос. И где я, там вы будете. Он прямо сказал: «Иду приготовить обители вам». Ну вот, так типа и написано. Я просто сейчас уже... Так и написано, да. Вот, блин. Да. Ну, вот так. Но у вас Новый Завет только. Это не Библия. Нет, нет, да, полностью. Полная. Полная Библия? А вы вот откройте ее. Там написано «Канонические книги» в первой странице. Самая первая. Если написано «Синодальный перевод», то там правильно. Только книг нету. Что там написано? Каноническая. Каноническая означает 66 книг. Ну да, здесь 66 книг. А у нас 77. А они взяли это от православных. Они против православных воюют. Я говорю: а кто вам сказал, что 4 Евангелия? Матфея, Марка, Лукиана. Так так есть. Их было 20. Евангелие от Фомы, от евреев, от Иуды, Басилиска. Они ничего не понимают. А как? Да, 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 я знаю. Но смотрите, изображение креста у вас и у меня разница? Ну да. Ну вот так вот оно идет. Так это православные соборы. Какие книги войдут в канон? 85-е правило апостольское. Они все отбросили. Вот какие книги. Эта церковь православная сохранила книги. А перевод кто делал на русский язык? Православная церковь. Вы будьте благодарны-то хоть маленько. Перевод-то трудно было делать. Его с еврейского делали, с греческого. Сверяли с латинским. Поэтому я никуда не хожу. Так, пошли, да? А? Какой вопрос, я не понял. А, я сказал, поэтому я никуда и не хожу. Вы не ходите никому? Ну, я ходил, а сейчас вообще никуда не хожу. Вы в православную церковь идите. Со священником поговорите, исповедуйтесь. Я просто не знаю, куда идти, кому верить, что как. Просто многие, вот кого не слушал, каждый на своем, знаете, настаивает, типа. А я на своем разве? Вот вы... Павел, я по своем еще говорил. Я что по своему? Я ссылаюсь на Писание и говорю, это не мое. Это Бог сказал. Моего тут ничего нету. Все так говорят, и вот не знаю, что. Все говорят. Ну пускай они объяснят вопросы, которые я вам задаю. Были изображения в том храме, в котором Христос приходил? Библия говорит, были. Они говорят, не было. Ну и что по-своему-то? У них ничего нет, одна ложь. Бог говорит, изображения были. Он повелел делать, Бог. Исход, вторая книга, 25 глава говорится, что херувимов сделай, сделай. А в 20 главе говорит, не сделай, потому что там кумиры, идолы. Нельзя же так черное называть белым. Так, вы уходите? Нет, нет, я здесь, я слушаю. Ну вот я вам ответил. Если у вас будут вопросы, вы по скайпу меня найдите, Игнатий Лапкин, запишите. Я один с этой фамилией. На весь интернет. Игнатий Лапкин. Но если ничего нет, больше вопросы есть? Да я не знаю, блин. Как бы все понятно. Ну, все говорят по-своему. Ну, говорят они по Писанию. Как по-своему? Как он скажет? Я говорю, ну, дома... Знаете, типа они тоже ссылаются на это Писание. Вы поближе к микрофону. Микрофон поближе. Микрофон. В общем, все ссылаются на свое Писание. Типа, и каждое Писание отвечает, что и как. Православные Библию эту собрали и православно перевели. Не баптисты, никто, их не было во сне даже. Это сделано... Яховистов я вообще ненавижу. Как? Яховисты. Яховисты, да это совсем неверующие. Они написали, они написали книгу свою, новый всемирный перевод. Ну, они сами себе написали, что они там могут пить. Они написали, и на них подали в суд, в Англии было. Из шестерых, которых взяли переводчиков, они ни одного слова не могли перевести. Ни одного предложения. Капец. Они не знают ничего. У них как, души нету,
Муки вечной никакой нету. Церковь это не церковь. Ну какая вера-то? Система вещей, система вещей. Да. Так. Да. Да надо, наверное, ему брякнуть-то будет. Хорошо. Если он на меня выйдет, я ему скажу. С Богом, благодарю. Если... А вот вы в церковь ходите, да? В церковь, да, мы в эту церковь ходим. У меня брат священник. У нас полный порядок, вот. Тишина. Кто-нибудь там пьет у вас? Сколько что? Кто-нибудь пьет там, допустим, алкоголь там или что? Ну, вы знаете, зайдите на наш YouTube, я повторяю, у нас 15 тысяч роликов. Вы увидите, как у нас служение идет, какие проповеди говорятся. Может, кто-то из людей, знаете, там, вот священники, может, пьют, кто-нибудь пьет, там, знаете. Вот. У нас не пьют, в рот не берут. У нас этого нету. Просто многие, я слышал, типа, вот, православные там. Ну, может быть, я ничего не отрицаю, ничего, всякие. У нас этого нету, мы даже в рот не берем. Я вот лет 50 мяса никакое не ем, ну еще какая моя заслуга-то? Просто я не хочу и все. Мы ни пива, ни водку, ни брашку, у нас ничего нету. Абсолютно сухой закон. Ну, как в Писании написано, да. Ну, в Писании написано про пьяниц, а вино не грех, потому что Христос грех не делал, а написано воду превратил в вино. Что он грех сделал? Ну да, ну тем более вечеря была, они же вино пили, сидели. Ну вот я вам ответил так на это. Так, если вопросов нет, я буду уходить сейчас от вас. Игнатий ладно. Лапкин, заходите да. По скайпу, вы меня найдете. Запишите, Игнатий Лапкин. Лапкин, да, я записал. Всего хорошего, Павел, с Богом.